Canon EXOS 130. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике Canon EXOS 130 «Разбор». Классические причины выхода из строя дисплея – это механические повреждения и попадание влаги. Металлической лопаткой отсоединяем шлейф дисплея от системной платы. Извлекаем дисплей из креплений и аккуратно вынимаем шлейф. Вставляем шлейф и новый дисплей в крепление. Затем защелкиваем шлейф. Все, дисплей заменен.